Так, снежок, давайте уберем. Уже не актуально. Да, в общем, я 3 месяца где-то не был на этой квартире. Вообще сложно было это все настроить. Еще пришлось новый кабель покупать, новый монитор. Потому что у меня здесь был очень широкий монитор, и очень было сложно стримить с ним. И, короче, все, куча всего. Теперь остался только микрофон. Вот. Я думаю, как сегодня, просто попишем биточки с этим микрофоном. Вот. А потом уже на недельке приедет новый микрофон, и нормально будем. Так давайте немножко с чатиком пообщаемся. Да ты шо, я рад вернуться на самом-то деле. Давненько не было меня здесь. Что за девка стриптиз танцевала? Ну, дамочка одна. Да, и ну и разборы будут, потому что я думаю... Так что у меня за старчок. Надо скоро будет этого шиммера подразобрать. Ты пропадал? Где я только не пропадал, ребят? Где я только не пропадал? Да, шиммер разберем. Сегодня, ребят, просто, ну говорю, тестовый. Я просто сам хотел, хочу посмотреть, как это все выглядит. Я все с нуля опять настраивал. И не особо, короче, уверен, что все норм. Но надеюсь, что все норм. Как тебе Восточный округ? Прекрасно. Ремиксы. Остался, вот вернулся. Да, ребят, в общем, я вернулся. Следите, подписывайтесь, будут и вокалы. Будем вокалы смотреть и все-все-все. А это просто медишка. А в КС, ребят, я где-то так же не играл. Ну, может, поменьше и... Ну, где-то месяца два. И, короче, не уверен, что я вообще, честно, могу что-то... Могу это кому-то показывать. Да, сегодня один. Парилки? Да, постарался бросить. Но все равно, знаете, если под руку попадет, то... Все равно, короче, тянешь эту штуку. Ну, если кто понял про чики-ди. Что посоветуешь, наушники или мониторы? Ну, очевидно, что мониторы. Все ситуативно, конечно. А поменьше разрешения вроде можно сделать. Не знаю, может потому что я целый месяц не стримил, опять нельзя. Но, короче, все будет. Да, ребят, я в Одессе. Разбор конфет. А конфеты еще, получается, у Димиксера не вышли. О, кстати, у Димиксера же вышел, кажется, Гуди Панамера. Мы можем разобрать в следующем стриме. Но уже с микрофоном, чтобы типа нормальный контент на YouTube залить. Вот, и что-то еще он там выкладывал. А, ну бит подписчиков. Ну тоже можно будет еще посмотреть. Сегодня в эфире, ребят, просто биточек. Я думаю, просто понакидаем каких-то биточков, там пообщаемся, все такое. Так, в Logic Pro я не работаю. Кстати, общаться тоже прикольно тело, да? Сидишь так чисто. Давай биточки. Давайте какой-то джипси дрил сделаем. Хоть что-то, короче, на гитарках поклацать. Такое легенькое. Вы тоже там пишите, как звук, как все видно. Так, давайте я сейчас переключаюсь на FL, это тоже надо привыкнуть. Так, видно ли вам? Так, а ну, слышно? Не, это просто квартира. Ай, ты шо? Вернулся. Так, давайте контакт откроем. Гитары? Ну, кстати, вот как раз вот спрашивают, какую гитару посоветуешь. Ну, я, конечно, Ample Guitars, они все просто идеальные. Но мне еще нравится Pitting House. Она, конечно, намного проще, эти гитары. Но они классные. Вот. Мне просто прикольно, что у них есть эти функции. Сейчас... Сейчас я примерно покажу. Короче, плюс-минус что-то набросаем. Сейчас. Видите, прикольные эти... А, кстати, да, как у вас по разрешению вообще? Видно ли вам все? Потому что я сейчас сижу на 2К мониторе. Вот, я раньше стримил на, ну,
на 1080, оно более было как в стриме, но сейчас я вроде как ремасштабировал там каким-то методом, но вроде все должно быть там. Одному не скучно жить? Да, нет, нормально вообще. Да, ребят, здорово, я тоже вас всех рад очень видеть, читать. Четыре К, 5D чисто, да, это вообще идеально будет стримить. Да, микрофон сейчас далековато, это да. Что делать? Да, гитарка классная, она, конечно, такая чуть-чуть. Короче, делаем джипси дрил. Победная гитарка. Блин, победная вообще. Половину набить. О, кстати, ребят, так, по-моему, пришел донат. Я уже даже не помню, где мне их смотреть. Сейчас это донейшн налится. Так, секундочку, ребят. Да на какой тональности работаю? Вообще без разницы. Я обычно просто транспонирую. Так, если что, тут их вижу. Так, салют, Владос. Насколько часто планируешь стримить и когда ждать новый драмкит? Новый драмкит почти готов. Мы сейчас просто заканчиваем сайт, на котором это будет продаваться. Вот, потому что хочется, чтобы все могли карты нормально оплачивать. И вот вместе с Сашей Яковлевым мы будем делать такой уже, драмдилер, нормальный сайт. Вот, поэтому, надеюсь, что скоро, дай бог, в ближайший месяц мы с этим разберемся, и хочется уже там и тоже с ребятами, битмейкерами как-то сотрудничать, и на этой платформе выпускать нормальные драмкиты, и чтобы нормально можно было их покупать. Что тут еще? В общем, да, спасибо за донат. Как часто спланируешь стримить? Планирую часто. Вот, просто у меня... Сначала я провод потерял от вебки при переезде из Москвы, и потом сложно было его найти, я купил, он был не тот, потом пока нашел тот провод, и чтобы качество передавать. Вот, теперь осталось только микрофон, потому что теперь у меня веб-камера очень далеко от меня, она на мониторе висит, а не вот на ноутбуке возле меня. Поэтому нужен микрофон. Вот, и тогда вообще будем, постараюсь почаще. Вот, потому что, понимаете, на самом деле, разборов трека тоже как бы на каждый день меня не хватит, потому что не так много у меня проектов всего там, и чтобы это все смотреть. Там старых песен, конечно, если был бы, тогда можно было бы годами, наверное, стримить. А так, я думаю, просто будем лайвом писать биты в основном. Спасибо еще за донатик. Я уже забыл, что так можно. Как кидать донаты? У меня там где-то в Твиче, где-то в описании есть. Там, короче, где-то что-то написано, как это делать. Так, давайте RC20. Так, еще есть прикольная тема такая, смотрите, нажимаешь Alt-Y, и оно отзеркаливает всю эту тему, короче, весь твой парт. И бывает прикольно, я так записываю, короче, как сэмплы, и переворачиваю назад после Alt-Y. Ну, кстати, не так уж и плохо, но не так уж и хорошо. Вот так примерно. Где-то мы можем такое оставить. Просто это не просто там реверснуть или что-то, а как-то более необычно получается. Так.
Есть опыт использования 102-го TLM, нет, по-моему, у меня 103-й. Вот так. Народный дрил, да. Спасибо, ребята, всем за комплименты. Так, в общем, остались эта тема. А. Прикольно. Так, вот дальше. Привет, Ладос, у тебя контракт с Blackstar? Да не, ребят, типа, не. Ну и тем более, это очень, мне кажется, не актуальная уже тема. Ну, в плане, я давно никак с Blackstar не работал. Ну, только с Мишей. Так, короче, не знаю, какие-то такие хейтики попробуем, это самые простые. Сейчас, чтобы чего-то толкнуться. Хорошие. Чисто барабанщик разгоняется. Да сейчас я люблю шифтить, а какой-то такой свинг сразу придает. Так, еще, да, кто вообще давненько со мной и смотрит мои стримы, те все знают, что Артурию всегда на мастер вешаю. Вот эту темочку. Ну, так бы между минус 40 и 35. Просто в будущем помогает тебе балансы отстраивать. В библиотеке ВКонтакте это Petting House. Да, это, короче, если битяка этот, в дрил пошел, то этот битос был бы идеален. Так, давайте посмотрим. Блин, а гармония вообще смешная. Эквалайзер работаем. Да, ребят, работаю я на ноуте. Я на самом деле так привык на ноуте работать, что мне за монитором очень непривычно все такое огромное. Что у меня за комп? Alienware. А прочел видосы на Твиче, куда они делись? Ну, Твич же ненадолго сохраняет видео. Вот, поэтому они исчезают. Так. Ну, пока прикольно, мне нравится. Так, конечно, не знаю, насколько дрил актуален, но да, мне все нравится. Просто сама фишечка, чтобы замешать такую колхозную мелодию с такой драмкой.
В общем, сэмпл мне нравится. Давайте его запишем как, ну, собственно, как сэмпл, как аудиодорожку. Так, только я выключу RC20. Вот, потому что оно каждый раз немножко по-разному срабатывает, как это контакт. Так, ребят, что, как вам? Слышно меня вообще? Слышно ли биты? Карту Аполло, сколько брал? Честно, не помню, это очень давно было. Как я сохранил как сэмпл? Короче, нажимаешь вот здесь вот эту штучку. Вот, там, где дорожка, которую хочешь записать. Выделяешь здесь регион. Там, и просто нажимаешь Alt-R. И все, это такая штучка усвечивается, нажимаешь старт. Чуть шкварит на мастере. Если в Советском Союзе был дрил, то такой битос. Давайте какую-то тональность, наверное. Как там поменять, так тут бас нормально звучал, потому что тут сильно высоко. Тут еще нормас, наверное. На тон просто ниже попробовать. Салам алейкум, всем. Okay.
прикольно. Но тут все равно низковато как-то басочек, блин. Там надо наоборот. Чуть повернуть. Тональность. Да, на самом деле, ребята, тут хорошее предложение. А давайте этот битос FLP в Telegram закинешь. Просто хотелось бы получить настройки с мастера, чтобы посмотреть, что и как ты сделал. Ну, давайте немножко шуму, как бы, да? Немножко шуму в чатик. И если наберется шум в чатик, то давайте закинем. А нет, что чатик мертвый вообще. О, ну что-то чуть-чуть, да, вроде кто-то просыпается в чатике. Давайте, давайте, накидываем как бы. Не знаю, это влияет вообще на активность или на что-то. О, чина, урцинчи. Ну все, ребят, да, тогда давайте... Тогда давайте я еще доделаю битос и скину вам в Telegram. Ну, такой, да, басочек, чтобы чуть-чуть, чтобы шкварил. Развели меня на битос, да, ребят? И как раз при одном условии не отдавайте его рэперам, ребят. Это такой чисто для нас образовательный битос. Чисто для нас, битмейкеров. Что-то тоже повторил это. Почему? Ну да. Тут не так красиво получилось. Так, ну это хорош, короче. Что еще? Короче, норм тема, на самом деле. Сейчас давайте просто буду экспериментировать. Ну, прикольная темка, накидывать какой-то жесткий дисторшн. И срезать низ, срезать вверх, и как бы сильно зажимать сигнал, чтобы бас постоянно читался. Раньше так постоянно делал, но сейчас, честно, уже не помню, чем я постоянно это делал. А давай его в Тримеру отправим, русский трил народный. Я не знаю. Как его, передачкой разве передать на флешке ему? Кто не в курсе, он же вроде как сидит сейчас. Так, чем-то я вот недавно это все делал. По-моему, что вот этим от фильтра аудио. Еще нужно так, чтобы вот середина именно была такая, прям шкварилась. Половину набит. Здесь плохо. Ну, прикольно, кстати, вот именно как резонанс, типа, хорошо слышно здесь. Когда же альбом от Билика, честно, не помню дату, но он, типа, уже почти готов. Там чисто уже ребята над визуалом работают. Ну, короче, это
берегу. Ну, вроде как. Куда вот без, только просто мягкий бас, осы. Прикольная штучка. Помогает так читаться басу. Если поет. Фазы ведь никакой нет, да, это просто. Да не, что-то... Не, что-то это невнятное тяга. Давайте, короче, просто дисторшн у нас зажмем. Что-то... Вроде прикольно, вот первая нота классно звучит, а дальше все так себе. Так, давайте какой-то вокальчик накинем. Так, у меня, короче, здесь сюда папочка, куча всяких. Привет, Влад, я занимаюсь графическим дизайном, я писал тебе в ВК, ответь, пожалуйста. Окей, я чекну. Прикольный. Прикольный сэмпл. Так. Какой-то еще, по-моему, дико не строит. Ну это прикольно, что он так мелизмирует, как-то вообще интересно звучит. Вот. Ну так всегда с вокальчиками, звучат как не очень, потом фильтр, реверб, и они уже как будто тут сюда и были. Вроде какая-то атмосферка с него и получится. Получается, что теперь эту штуку нужно еще ниже подписывать.
А хотя может просто нахуй. Давайте на скачать почитаем. Не можете как-то так. Ну, вроде как никаких обращений ко мне и вопросов нет, поэтому все прикольно. Конечно, мне вот основная гитарка под размазать, чуть надо. Это очень прикольно. Вообще, на самом деле, знаете, что прикольно в дрилле, ну или вообще во всех штуках, типа вообще с англичан, их типа не как неправильные ноты, знаете, как там минус 20 вот этих центов сдвиг. Ну, типа не так, а... Он сразу как-то звучит уже не так. Но, блин, это, на самом деле все равно. Потому что я не понимаю, биты так круто звучат. Знаете, когда вот типа оно не четко в ноту, а немножко сдвинуто, типа, куда-то. Но когда вот типы с автотюном начинают сверху валить, оно же типа все равно как-то шкварит чуть. Вот. Поэтому непонятно. Потому что как-то автотюн нужно потом еще раз настраивать, чтобы тоже не совсем эту тональность писать. Короче, как же без этого звучка? А, сейчас мне, по-моему, кик чуть-чуть опаздывает. Да, немножко. Скоро трек Егора и уже буду. Да, надеюсь, что скоро. Надеюсь, что скоро. Там прикольный трек. А, прикольный вокальчик, мне уже нравится. А, вот, пихот, почему нет выбора качества видео? Ну, походу, потому что я мало стримил за последний месяц. Там, конечно, какие-то время, 30 часов, видать, в месяц нужно, чтобы ему был выбор. Вот, ну, у меня был большой перерыв, но надеюсь, сейчас вернемся. Так, что у нас тут? Временный перевертыв. Thank you.
Так, ну прикольненько, прикольненько. Марвин вдвоем, да, я пси. Вдвоем это ведь который с Асти, да? Если про него, то да, я его написал. Это, смотрите, на высокие частоты очень сильно влияет такой на штуку. Типа, я немножко утрирую. Вот с ними, да, прям ярко и без. Ну, короче. Прикольная штука. Ну, тоже не надо себе переусердствовать. И даже вот сюда и будет. И чуть-чуть, типа, на высок, ну, более высокую середину. Низкие, высокие. Как звукачик. Да, ребят, на YouTube зальем просто такой, как... Ну, просто, мне кажется, не знаю, мне кажется, для YouTube такое скучно заливать, но я знаю, ребята и такое смотрят, типа, поэтому, да, окей, перезалью. Вот, просто сегодня такой был стрим более... Ну, все еще есть, он такой более тестовый, то есть я сам хочу потом посмотреть, все ли норм, со звуком, со всем. Вот, да, вот так, да, вот так сейчас ставим. Только, блин, пацаны, если я вам буду кидать... Ну, я вам, короче, FLP-шку, да, кину. А вы там сами посмотрите. Просто если я вам скину зипку, вы просто, не знаю, мне кажется, мой тех начнет звучать куча непонятных тречков. Давайте я поставлю просто Frozen Gang Beats. Все. Их тех можете куда угодно вставлять. Ну, прям хочется уже вокалы, чтобы было куча стоп-таймов. Так, короче, прикольно. Давайте теперь эту гармошку уже. Так, то, что только у меня близко дилеи эти повторяются. А! Поэтому, не знаю, чуть не люблю, короче, эти дилеи, потом их выключаю. Потому что когда ты постоянно, ну, паузы и пуск включаешь, надо этот дилей в FL почему-то. Вот тут пятна накладываются друг на друга. Так. Давайте какой-нибудь пейдик возьмем. Пейдик, если что, это такой инструмент. Вот. Пэд. Да, ребят, стрим вроде... Да, я пишу стрим. Так что все нам... Аккордеон еще добавим, чтобы вообще уже повеселиться. Так, давайте это где-то вот тут сделаем. Типа тут будет а-ля бриджик, потом припевчик. Вот пшила. Половину набит. О. Подскажи, пожалуйста, нужно ли тюнить краш тональность? Я тюню. Если он прям слишком песочный, в нем нет типа таких тональностей, то можно и не тюнить. Ну, вот. Ну, обычно я вот такие всякие, там, где слышно тон, то там фикс или перевертыш или что-то такое. Стараюсь, чтобы, ну, типа, в тональность, конечно, были.
Какой-то свист сейчас неприятный. Флейта. Ну, ладно. Так, давайте я почитаю, что кто пишет. Палагин, ты знаешь битмарят за Skybeats? Если да, то как добиться звучания кика, как у него? Нет, честно, не знаю, кто такой Skybeats. Так, разбор бита моря будет Джи Халиба? Ну, вообще, да, можно будет. Можно будет как. Так, ну, короче, насчет модераторов тоже. Мне вот пока бойцы эти есть, я вот им доверяю, поэтому не хочу пока сильно раздувать модерки. Так, давайте какой-то сюда еще. Так, короче, или типа дальше, ну, типа, этот бит есть смысл доделать, если все равно я его сейчас просто скину вам в Телеграм на разбор. Ну или давайте, да, типа какие-то там басочки, ну, эфирные, там, все такое. Короче, голосуйте, типа, next beat, или этот в ТГшечку сливать. Я вообще, кстати, думал, что вот биты, которые на стриме делаю, то это, типа, прикольно их потом как раз вот на какой-нибудь там BeatStars или что такое сливать. Только... Да, блин, пацаны, что-то я уже не хочу, короче, сливать вам бит. Отвечаю, тупо сейчас на битстарсе играю. Короче, 5 одинаковых битов выпустится у кого-то. Давайте, короче, еще какую-то зашкварную тему сюда поищем. Знаю ли английский? Ну, наверное, да. Ну, типа, больше да, чем нет. Кстати, сильная история была. Мы были с другом в Дубае. Ну, короче, и он, типа, мы просто были в магазине кроссовок, и он вообще не знает английский, прям, ну, вообще, типа, ну, я не знал, что настолько вообще он не знает английский. И там девушка его просит, типа, ну, потому что он стоял на проходе, и говорит, excuse me, и он просто на него типа, что она говорит? Ну, просто тип даже excuse me не знает, это сильно, именно. Не думал, что такие люди вообще остались. Да, со злым, ребят, будет стримчик. Он вроде как скоро хочет в Одессу приехать, проведать меня. И подснимем вообще с кайфом. Вообще злой, очень классный парень. Вообще прикольно было. Да, рубрика «Биты за сцену» все такое будет. Будем что-то еще делать. Хотя бы один бит разберем. Ну, я не знаю, ребят, какой бит разбирать. Я говорю, будем биты разбирать, когда будет микрофон нормальный. Так, чтобы нормально на контент было на YouTube подливать. Так, короче, давайте, Гой, вам FLP-шку скину. Потому что, блин, ну что-то, пацаны, мне кажется, что просто выйдет очень много битов, типа, знак. Так, угу.
Типа, как правило, мы больше типа для настройки плагинов. Тем более, у кого есть контакты, все такое, пооткрываются все эти звуки. У кого есть плагины, там, Hive, и стандартный бас, все откроется, короче. А инструментики вы можете на свои просто заменить. Вот, поэтому давайте просто как-то сделаю. Вот. Ну да, типа, я просто тоже понимаю, что очень прикольно, как ознакомительный материал, да? А с другой стороны, ну это ж типа, да, просто куча битов выйдет, и что я потом кому скажу. Поэтому я сейчас сохраню. FLP. FLP. Стрим. Сейчас вам закину, пацаны. И девчата, если есть. Кстати, есть вообще девчата в чатике? Вообще кто-то... Вообще здесь девочки смотрят вообще такую тему? Или это чисто пацанская тема? Закинул, блядь. Voice откуда взял? Ну, там все равно, будет написано, когда вы откроете. Это DAL. Это этот... 91, кажется. Да, 91 vocals. Мне они вообще очень нравятся. И вот у меня почти все есть, все, что у них есть. Чекайте. Вот, кстати, у меня была такая тема, что я на BitStars продавал биты, я поэтому хочу тег, наверное, поменять на BitStars или что-то такое. Может, только плагин жмена тапок. Потому что просто выходили треки, которые фит плагин. Ну, типа, и вот этот плагин за бит, как бы, вроде как люди начинают верить, что это реально фитца, но и, короче, столько всего пришлось банить. Так, короче, биточек есть. Что есть вообще кто-то сильные? На второй битасик заход делаем. А, вебка прикрывает эти. Ну, давайте это. Так кто такой SkyBeats? Тут тип пишет, как до звучания гика, как у SkyBeats, братан. Я честно, я еще не слышал, но мне кажется, это SoftClipper. Go drill с виолончелью. Погнали. Короче, мне нравится в последнее время юзать какие-то зашкварные звуки, из них просто что-то прикольно получается. Вот типа какой-то Roland оркестр сейчас открыть, короче. Ну, ты поняли, что-то величественное. Прикольно. Прикольное начало вообще. Какие-то коты мяукают, но вообще прикольно, что здесь есть такие пресеты. Юзал плута от Сематикс? Не чекал. Вырадил ли я чеха в них? Нет. Ну, это я редко на самом деле делаю. Это классный звук.
Прям как с пластинки, да, какой-то? Да, этот звук мне очень нравится. Вообще дрил хочу сюда хочется. Что прошлый был дрил. Какие там полазим. Блин, прикольно. Такой, конечно, очень дарк, но что-то мне начинает нравиться. На каком языке ты чаще разговариваешь? Ну, на русском. Был ли я на Чернобыле? Не. Ну, кстати, я хочу. Мне кажется, там, ну, своя атмосферка есть, конечно. Ну тоже трэп.
Суперсосы, да, конечно, знаю. Так, я немножко, наверное, втыкаю, с чатиком не сильно общаюсь, но мне просто реально нравится этот битос. Он, может, конечно, и мрачный, может, не так интересно слушать, но, блин, ну, короче, очень нравится. Ну, буду это делать. Кстати, прикольно еще делать отдельный басочек. Такой дриловский, всякие слайдики, типа, только связать на них низ, там дилейчик вешать. Это я полюбляю. Короче, хотел тестовый стримчик, да, 20, а что-то, короче, позалипли. Ну, типа, интересно, как будто нас созерцать, как я пишу быстрее. Ну, кайф. Ну, спасибо. Только когда чатик умирает, я немножко чувствую себя в вакууме каком-то. Да, ну, короче, кайф, если вы тоже залипли, то класс. Просто иногда какие-то там маячите плюсики туда-сюда. Офигеться. Прикольно, кстати, очень DrumKit. Это гости. Очень. Мне прям очень понравился. Прикольно, такие звуки, даже не сильно ожиданные для дрила.
Прикольно. Homemade bus. Homemade droid. Так, кто снер? А кто под бомб сейчас идет? Так это надо тун-тун-тун, когда три пика надо все-таки пореже делать. Вот прикольно, вот на первом разу, когда играет, опять мне кажется, разреже надо чуть-чуть делать. А то она как-то теряется, типа уже как фишка. Надо привыкать к ней. Как он, какой-то подводный мир получается по басу чисто. Кстати, может в раймшоте кто почетче что-то сделать? Кем-то продублировать, типа попробовать. Кстати, это классно, какой-то необычный подход. Так, ну, рэп-шотики чуть расходятся. Вот, вот такая так.
Ну, как задумка, в принципе, можно оставить. Сейчас просто нужно минимально пробовать что-то там повертеть. Надо повторяться, поэтому. Я такой битос, типа, что я сам подзалип, пацаны. Я тоже тут о своем чем-то, знаешь, уже чисто задумался. Вспомнить детство чисто. Но прикольно, просто надо добить этот битос. Он реально прикольный. Какую-то мелодию хотя бы минимальную. И вообще будет роскошь. Это хочется фортажи. Thank you.
короче, классный такой видосик. В общем, давайте go next. Этот я сохраню как stream. Ну-ка, что-то еще, короче, попробуем, да? Никмир напоминает, что бит? Или то, что типчик стримит и Full Studio? Кстати, у меня здесь сэмплики. Давайте какой-то афробитос попробуем тогда. Раз. Это пошла такая тяга. Чисто для разнообразия пальчики размять тоже надо. Давайте какую-то гитарку или что-то такое. Так, давайте немножко почитаем что-то. Босс воксами, да-да, сейчас вокальчика добавим. Ну-ка, какую-то гармошку минимально добавим. Давайте какую-то гитарку сейчас есть. Я люблю такие делать, как типа кривые гитарки, короче, я думаю, это будет прикольно. Ага. Короче, типа делаешь одну шестерку, то вот так рисуешь по этим штукам. Thank you.
Очень на звучок. Блин, ой, так бывает, что-то видишь, что-то ляпаешь, ляпаешь, потом бац и звучок. Так, сейчас пусть поиграет, надо тут ответить точно. Это очень прикольно. Таких лупов накачал вообще. К чему он мне пригодится? А мало ли. Красота, лупа. Душевненько, по-моему, выигрывает. Какая-то девочка расплачется, это что? Так. Паттерн кика, Бэйл Дрейк. Да, в Телеграм буду что-то закидывать, но тут просто пока ничего такого нет. Типа, в принципе, я так все закидывал, в драмкитах есть. Парт кика, блэм, от трека. Ну, я понял, но типа, не знаю. Хочется просто делать там, как шовкаты, просто искать звуки и все. Пою ли я, читаю? Ну, не особо, типа. Слышно, как я классую? Да, ребят, сори. Ну, типа, я говорю, это тестовый стримчик еще. Сейчас тут битос сделаем и все, закругляемся. Просто у меня микрофон далеко, и типа мышка даже ближе, чем я. Вот. Да, так что в следующий раз, конечно, уже не будет свистеть, но типа, что имеем?
Не, прикольно. Лёха Сингапурский залетел бы. Это сильный никнейм. Просто Лёха Сингапурский. Так, а что за прикол, что все, ну, типа, там, или это один тип спрашивает, а гномы будут, это что вообще значит? Типа, пропустил что-то? Надо как раз лайтик такой. Так, все у нас есть. А, ну я понял. Басочек давайте добавим. Ну, тритарка тоже прикольная. А, BTSM подписчиков. Да, да, ой, там тип такое скинул. Да, 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 дружко, я понял. Там тип такую капелку скинул, я там подварился чуть. Да, сейчас еще какой-то, короче, ну, короче, висим. Надо еще вокальчик какой-то закинуть сюда. Прикольно, как простой битос, сюда будет очень легко что-то придумать. Ой, чинавр, да санчи. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ну, сейчас еще чуть-чуть приподнять тональность, чтобы басок еще поярче звучал.
О, Cloud Money залетел? Здорово, братан. Так, что там? Забанить тебя, наверное, да? Временно отстранить. Кстати, меня на самом деле вдохновило сегодня постримить. Кстати, так раз спасибо, скажите, Cloud Money. Просто мы с ним сегодня как раз про это говорили, типа, и фейстаймились, и что-то я подумал, блин, а почему бы и нет? А, совместно обязательно подрубим, да. Кстати, на самом деле сильная тема, знаете, как можно типа коллабить, короче, с стримами. Просто чтобы типа я сделал свой парт, потом типа скинул это Cloud Money, он в своем стриме делает. Ну, это, конечно, бесило так бегать. Ну, хотя можно просто, наверное, источники переключать как-то. Ну, короче, надо будет подразобраться. Прикольно, если бы это все было в одном стриме, типа, мы просто меняли основную картинку компа. Типа, это было прикольно, кстати. Короче, идей много, если какой-то технарь помогал с этим всем разбираться. Да, есть мультистрим, да? Окей, замутим. Погугли, замутим. Прикольно вообще очень. Такой набрижек вообще. Зовет как родной.
Так, давайте почитаем что-то чатик. А камера еще высокая, я постоянно вниз смотрю из-за этого. Что делать? Да, шумно тоже, это прикольно было. Так говорю, надо просто подразобраться, как это все мутить. Будем мутить. Так. Поздравим Даймонбека. Даймонбек. Иу! Красавчик. Так, сочный краш. Такое. Ура, прикольно. И пошло по кругу. Для бриджа это что прикольно. Даже если что, я так бывает, с такими мелодии есть у меня, ну типа я что-то наиграл. Может, я не оставляю это всегда инструментом, но бывает артист что-то такое поет. Ну, короче, прикольно, вот какие-то мелодии такие простые записываются. Она пригодится. Ну, прикольно, добавил голос, мне кажется, это. Так. Ну все, вот такой биточек. Так, давайте, короче, закругляться, а потом биточек просто ударит. Ну, давайте, ладно, раз мы все собрались, давайте все-таки сделаем. Что, если еще под ревером какой-то снейр дать, то вообще будет драма. Так вот сюда, садишься, делает биты и не отправится. Thank you.
Так, ну давайте еще чуть-чуть. Сейчас пришло уже пить доделать. Да, Димикс Растелек, это вообще, это, ну, победитель всех номинаций. И он реально шурыбак уже прикатил на этот выпуск. Да, я тоже как-то не в лучшей форме был, скажем так. Но... Как этого типа зовут, который такой всезнающий, типа в очках? Листерман или Листерман? Не хочу, да, что-то такой какой-то у него образ. А, Вассерман, сори. Да, Листерман такой. Прикольно, что он такой лайтовый, его не хочется сильно перегружать. Ну, кстати, это можно еще гитару попробовать продублировать. Вот. Да, ребят, вам спасибо за стрим. Так, пора заканчивать. Так, ребята, все, завершаем. Короче, это был супер тестовый стрим. Я, на самом деле, тоже нормально так втыканул, но зато у нас есть три бита. У меня есть три бита. У вас есть одна FLP. Вот. Поэтому что, давайте, может быть... Так что у меня тут? Короче, стоите 5 минуточек, если кто-то хочет. Вопрос-ответик. Можем так чисто перестрелочку легкую устроить. А, какая-то тональность, я честно не знаю. Ну, типа, я втыканул. Залетишь на битшеринг. Я не знаю, что такое битшеринг. FLP я вам уже скинул, но в Телеграме. Вот в моем Телеграме Телеграм называется... сейчас скину. Палагин ТГ. Да, ребят, подписывайтесь, в общем, там я буду объявлять о том, что у меня стримы и все такое. Влад, ты солнышко. А когда next stream? Я думаю, что next stream, наверное, когда микрофон придет. Надеюсь, что вот скоро. Может быть, на этой неделе, может, в конце недели. Вот. Ну и все, и будем уже порегулярнее. Я тоже хочу почаще с вами видеться. Ракешник? Нет, ракешник не пиши, но, кстати, было бы прикольно. Ну, типа, вспомнить вообще. Когда ты писал? Был момент, я, типа, в Харькове даже брат писал ракешник новенький. Там, типа, песня про какая-то про город была. А Палагин, то есть интернет-мани чел, он был в сторисе, в инсте, введи его ник. Октанер. Честно, не особо понимаю, кто это. А, ребят, я не знаю, кто такой Октанер, честно. Может, просто какой-то у меня Кент очень похож на него. Ну, типа, я не знаю, не уверен, что это кто-то, ну, типа... Может быть, где-то, конечно, но, типа... Не знаю, вряд ли. Так, Литочек играет, да, на фоне. Чем отличается Пол? Кстати, ребят, насчет таких супертехнических вопросов, типа, я вот...
Я не сильно. Плагин с гитарой был, это Expand 2. Очень классный плагин. Что за бит сейчас играть? Это чисто у меня биты, я их оставил чисто вот под стрим. Да, трек с Кридой... С Кридой... Просто почитал. С Кридом и Будой готовится, да. А в чем прикол, когда у тебя сигнал идет через 2-3, да, одна на группе драмок, еще одна на мастере? Но чтобы на мастере, типа, барабаны сильно не перебивали другие инструменты. На самом деле, может, слишком много гармонических искажений появляется, но все равно норм. Просто получается, ты как типа поджимаешь барабанки перед тем, как они идут на мастер. И, например, у тебя же потом еще вокал есть, да, если вот их не поджать перед этим, то они могут слишком сильно уже влиять на вокал, короче. Короче, не знаю, мне нравится так. Чаще стримчанские запускают, да. Включить еще раз этот битас, тут пишет. Чекайте. Ну, он, короче, такой набросочек, но, в принципе, вот писать достаточно. Сейчас можно под фильтр начинать. Какой-то басок сюда жужжащий можно закинуть в идеале. Но мне нравится. А что такой битосик? Для кого-то унылый, для кого-то душевный. Вот. Все тогда, ребят. Рад был вас видеть. Покажи, плиз, список VST-плагинов. Ребят, на самом деле, я просто не могу сейчас это сделать, потому что у меня стоит именно окно. Но я в каких-то снимках уже показывал. И хотите, давайте в Telegram закину фотку. Давайте я в Telegram закину фотку, короче. Вот, потом подписывайтесь еще разок на Телеграмчик, на Инстаграмчик, на Ютуб. На Ютубе тоже постараюсь это все. Вот, спасибо, модератор. Блин, как я рад, что я тебя выбрал. Уже кидает на Телеграм. На все подписывайтесь, на Ютуб, на все. Буду постараться везде, короче, накидывать как бы такой материал. Так что все. Ребят, еще раз спасибо, в который раз прощаюсь. Обнял всех до хруста. Все, счастливо. До новых связей.